Тем временем число жертв мощного землетрясения в китайских провинциях Циньхай и Ганьсу достигло 127 человек. Свыше 530 пострадали. Поисково-спасательные работы продолжаются вторые сутки. Пострадавшие регионы направлены сотни военнослужащих и бригады медиков. Повреждены дома и дороги, а также нарушены электроснабжение и связь. Напомню, землетрясение произошло в ночь на 19 декабря. Его магнитуда, по данным центрального телевидения Китая, составила 6,2. Эпицентр находится в 5 километрах от границы с провинцией Циньхай.